Премьер-министр Пашинян провел ряд встреч в Нижнем Новгороде. На встрече президента Армении и делегации Сената Иордании было достигнуто взаимное согласие об установлении прочного мира. «Рад быть соавтором законопроекта о преподавании геноцида армян», – заявил Джим Коста. Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над городом Мариуполь. «Украинские силы не могут разблокировать Мариуполь, несмотря на прилагаемые усилия», – заявил Зеленский. Еврокомиссия до конца июня опубликует свое мнение относительно вступления Украины в ЕС. Анкара не смогла бы стать посредником между Москвой и Киевом, если бы присоединилась к западным антироссийским санкциям, заявил Чавушоглу. Теледебаты между Макроном и Ле Пен длились более 3 часов. И статистика коронавируса по Армении. Сегодня выявлено 6 случаев заболевания коронавирусом. 14 человек выздоровели, случаев с летальным исходом не выявлено.